по ресторану и говорит: мне, пожалуйста, 12 мне, пожалуйста, рюмок, в каждый по 100 грамм водки. А официант говорит: давайте я вам лучше в графинчик налью, вы будете оттуда наливать и выпивать сколько вам надо. Он говорит: нет, мне, пожалуйста, 12 рюмок и в каждый по 100 грамм водки. Приносит ему эту всю шеренгу, вот шеренгу всю приносит, выставляет перед ним. Он берет первую на пол смахивает и вторую на пол смахивает. Официант говорит: послушай, что вы делаете? Мужик говорит: первая всегда тяжело идет, а последняя всегда лишняя.